Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к стихам и песням, авторских песен моего канала. Сейчас я хочу, не знаю, как будет это называться, то ли это заявление, то ли это ультиматум, но я хочу сказать следующее. Дело в том, что 20 сентября 2021 года, этого года, мы вакцинировались с женой, спутником Лайт. Прошло немного времени, и знаете что? У меня сперва заболела дочь. Кстати, она не вакцинировалась, потому что у нее диабет. Ей нельзя вакцинироваться. И мы только с женой вакцинировались. Итак, потом заболела жена, но я пока еще держался. Через дней 5, после как они заболели, у них температура поднялась, кашель. Были вынуждены мы госпитализировать их в больницу на скорой помощи с признаками пневмонии. И что хочу сказать? Это что за вакцинация, которая провоцирует весь организм? Сказали, будто бы еще какие-то там через месяц будут какие-то антитела только. Вот, вот. Но чтобы дождаться этих антител, я не знаю, какие эти антитела, что это за выдумки такие. В общем, короче, я не знаю, что будет дальше. У меня сейчас дочь находится под аппаратом АВЛ, ей делают искусственное дыхание. Жена пока держится, ничего. Сам я тоже уже заболел. Температура у меня держится 37. Который день, ну, наверное, день четвертый, мне пришлось идти в поликлинику, где я простоял в очереди, в регистратуру, чтобы мне попасть к врачу, целый час. И потом к врачу, назначенному мне, я просидел 3 часа. Народу в поликлинике уйма. Все кашляют, все чихают. И что дальше будет, я не знаю. Короче, я попал на прием к врачу, все рассказал. Ну, она мне выписала, типа, антигриппозные какие-то вещи там. Вот, назначила таблеточки, выпить туда-сюда. Типа, у меня грипп. Ну, я не знаю, конечно, вот. Дышать вроде бы ничего. Вот. Ну вот, горло маленько побаливает, кашель маленько. Вот. Лечусь на дому, взял больничный. Вот. Что теперь хочу сказать? Да врачебный кабинет, когда я хотел сперва пришел в поликлинику попасть, это было, я не знаю, какое-то идиотство со стороны врачей.
Главное, что не прием обращать все в регистратуру, да елки-палки. В регистратуре такая очередь. Я с температурой простоял целый час в регистратуре. А они не соизволили меня в доврачебном кабинете принять. Это как это так называется? С температурой человек пришел, больной, и вот такая фигня. Ну, что я вам скажу теперь, друзья? Как надеяться на эту вакцинацию? Я уже не знаю. Потому что я уже на себе испытал это все. А оно только дает ухудшение. Что попала у меня жена с вакцинацией в больницу, с воспалением легких. Дочь. И вот я не знаю, что будет со мной. Пока я держусь. Температура пока держится 37. Пьют таблетки, все прочее, антибиотики. Вот. Вот такое будет заявление у меня ко всем. Смотрите сами, вакцинироваться или нет. Это дело ваше. Но скажу одно. Я это все испытал на своей шкуре. Что это за вакцины такие, которые не помогают ничего. Это уже факт. В общем, я говорить много не буду, друзья. Вы уже все слышали. В данный момент я хочу сказать, я пока не буду ни петь, ничего выставлять. Пока не восстановлюсь, пока у меня семья не восстановится, мне это пока не в радость петь и все прочее, как до этих пор я вас радовал своими песнями. Ну что хочу сказать, спасибо вам всем за внимание, вы меня послушали, вы все, наверное, взвесили. Спасибо вам за все. Пока-пока. Пока. С вами был Алексей, доктор Леший. Всех обнимаю, всех люблю. Всем желаю одного. Здоровья. Прежде всего. До свидания.